1,7. Сказали бы, ну могу оставить. Итак, у нас с начала матча Шарлотт Кингс у нас в голубых футболках, а в черных футболках Вашингтон Мистикс. Равный матч ожидается. Я думаю, что одна из самых интересных игр сегодня по интриге во всем игровом дне. Сложно фаворитов выбрать. Наверное, все-таки это, наверное, Шарлотт, хотя могу ошибаться. Впервые вижу игру Вашингтона, ни разу никого не видел, как они играют. И вот, и вижу, что очень высокорослые девушки. Возможно, одна из самых высоких команд вообще во всей АБЛ. Потому что у Шарлотт только возвышается 88 номер, а у Вашингтона вообще одни высоченные. И шикарный глушок сейчас отвешивает своему оппоненту, нулевой номер. К сожалению, никого не знаю у Вашингтона. Шарлотт тоже комментировал в последний раз еще, когда был матч третьего места на третьем кубке, поэтому практически не знаю составы команд, поэтому сейчас буду больше по номерам называть, потом какая свойство буду фамилию называть. Хорошая закидушка, надо реализовывать. Не забил 8 номер, сопротивление бросала. И с валом на проходе не забивает 11 номер. Хорошо вроде прошла, но не забила. Пас на слабую сторону, хорошо. За нас номер один не стал бросать. Хороший первый шаг. Ничего себе скорости. Да, после того, как мы сейчас смотрели лав, тут прям скорости сверхскоростные. Очень высокие скорости у нас. Очень быстро баскетбол показывают девушки. Насколько хватит сил в таком энергозатратном режиме играть, не знаю, но пока что все очень здорово. У Мистик, кстати, Виктория Альянова, которая заявлена за Либерти, но, похоже, решила поберечь силы на более важную игру, поэтому не играла она за Нью-Йорк, хотя могла заявиться. 7 номер это у Мистикс. А, и Добронравова тоже, кстати, заявлена за Нью-Йорк и тоже не играла. Побереги силы, девчонки. Хотя, мне кажется, могли бы немножко помочь бы своим не знаю, как это назвать, не дублю, да, но, в общем, своим, скажем так, команде по противным из Нью-Йорка могли бы помочь себе девушке, ну да ладно. И фалы был плохой фол, но левого номера важно, не нужно, и будет бросать штрафные первый номер. Наталья Швецова нас фалила, один из лидеров Вашингтона. А, Серикова тоже заявлена за Вашингтон. Серикова у нас легионер была. Понятно. Играла за Нью-Йорк. Ну, Вашингтон состав сегодня подъехал. Все, кто мог, подъехал, да? Только, наверное, Зевский не подъехал. Ну, наверное. Ну, просто вот все, кого я знал по именам, вроде бы все подъехали. Швецова есть, Холмская есть. А, еще и Зевская в заявке есть. А, Зевская есть заявка. Тогда понятно, кто фаворит. Я здесь не местный. Я не местный, поэтому я тут не всех знаю. Все, вижу, Зевский, 11 номер. Смотрел с ним интервью, кстати, давно это уже было. В подкасте я видел. У Мистикс подъехали все. И я думаю, что теперь для меня понятно, кто фаворит. Потому что я-то думаю, что не будет всех лидеров, не будет, не все лидеры поедут. Не будет Зевская, а Зевская на месте. Так что я думаю, что не все будет просто для Шарлотта, фаворит Вашингтон. Но посмотрим. Ой, не Вашингтон, фаворит Стинг. Я так думаю, что фаворит Стинг, но оказывается, что это Вашингтон.
Так, Ефременко пытается найти момент для броска. Хорошо отталкивает Сдебскую. И сложный бросок не забивает. Быстро мотыми Вашингтон. Не, ну вот такой Вашингтон, когда у них все собрались, вообще все, это действительно сильная команда, вопросов нет. Здесь я просто похоронил уже на себя Вашингтон, говоря, что типа, ну, не все лиды будут подъезжать, но все будут подъезжать, если будет подъезжать Сдебская, то Вашингтон будет один из главных фаворитов на, ну, на пару с Миннесотой. Вот без вопросов. Сдебская. Омская неаккуратная была передача, в борьбу дала, но главное, что потеря не закончилась. Судя по всему, бросковый фол. Похоже, что да. Но Виктория Ленова на линию штрафных выходит. Капитан команды. Не так много замен. Не так много замен у Стинг. Похоже, не все подъехали. А самое главное, что я не вижу лучшего игрока. Не Стинг, не Китину. Но она есть заявки, значит, еще подъедет. Но без Никитина тяжело, это лучший игрок команды. В общем, не все подъехали, а самое главное, что нет Никитина. Ефременко. Бросок со средней не забивает, хотя могло и в корзину провалиться. Здорово добавили девчонки. Я попросил, кто это был, или Ефременко, или 88 номер. Это у нас Анастасия Шитова. Кто-то из них добавил. Не забивает, Сдебская. Ефременко это добавил, да. Она с мячом. Много с мячом капитан команды Стинг. Ну, не было ли пробежки. Ну, здорово брала. Очень опытный игрок. Выступает на правах тренера у Нью-Йорка. Сразу несколько проектов у нее здесь. И Майами, и Нью-Йорк, и здесь. Везде успевает просто. У Вашингтона сегодня огромное количество замен, а Шарлот пока без замен, вообще играет, вообще без замен. Но есть заявки Никитина, значит, наверное, опаздывает. Может, или, а может быть, просто на всякий случай внесли, если вдруг приедет. Просто, похоже, знали, что она под вопросом. В общем, если сегодня замен не будет, то, конечно, у Стинг шансов очень мало, потому что Мистикс вообще все подъехали, а Стинг вообще без замен. И просто не хватит физически на такой вот быстрый баскетбол, который Вашингтон навязывает. И просто физически может не хватить. Вот это да, вот это забило. Понятно, понятно, что сейчас Сдебская представляет. Одно дело слышать, другое дело видеть глазами. И я это вижу. И это было жестко. Сложнейший бросок с сопротивлением забил. Я такой редко вижу у женщин. Такой по-настоящему мужском проходе забила Сдебская. Профессиональным. Перехватила Хомская. Неаккуратная закидушка была 31 номера. Пыталась добавить 28-й, у вас что не забила, Сдебская. Трешечка от 31-го не залетает. Это у Вашиков, это у Вашиков. Константинова. Выбили мяч внизу, хорошая защита от Вашингтона. Но я просто боюсь, что Болевский и Шарлот просто очень рано устанут, очень рано. Потому что Вашингтон в какой-то невероятно супер высокой скорости задрал. С такими скоростями Вашингтон может справиться только Миннесота и может быть Даллас. Но только Даллас сушить будет игру. Даллас не будет так быстро бегать. Даллас здесь попробует сушить игру, а Миннесота может попробовать так же перебегать Вашингтон, как Вашингтон их перебегает. Но Шарлот просто не справится без замен. Опа! И подъехала. Но это не Никитина. Это не Никитина. Мы все ждем Никитина. Третий номер, кто это? Шарлот. На замену готовится выйти. Злата Балантина. Ну, если подъедет Никитина, и, ну, в общем, если будут замены, подъедет Никитина, какие-то шансы еще с ним появляются. А так пока что, конечно, ну, бесперспективным кажется перспектива, откровенно говоря, Шарлот. Так, просит расставить партнеров разыгрывающий, 13 номер. Анна Лебедь. Тяжело там Швецовой. Активно против нее защищаются. Но с нарушением правил. Но не бросковый фол. Но
неаккуратная передача, и Холмс не смогла ее выловить. Так, садится отдыхать на Швецова, выходит Ефременко. Не Швецова, Шитова. Шитова. Швецова у нас фаш-то не играет. Ну, между тем, Шарлот пока в игре. Я тут все их хороню в долгую, да, говорю, что в долгую они не смогут. Но прямо сейчас они в игре. Счет равный. И вообще Шарлот пока чувствует себя комфортно. Не боятся более, возможно, сложный бросок. Очень сложный бросок пытался забить первый номер. Шарлот. Елизавета Басанова. Очень сложный бросок на себя взяла. В принципе, могла забить, но не повезло. Зутова через Холмскую. Холмская с одной ноги отпрыгнула, не забила. После подбора также Костатинова не смогла добавить. И троечка в районе нападения, нет, не получится. Выдвинул из Холмского вовремя. Так, против Здебского у нас третий номер. Неплохо двигает мяч под полиски Шарлот. Ефременко, 13 номер один. Можно попробовать забить? Можно! И не забило. Подбор за Константиновой. Здебская. Здебская 3 в районе нападения, не забивает. Так, и фол дают 20 номеру Вашингтона. Сложное имя Гунда Бедоева. Так, и выходит как раз Швецова, который я Шитова перепутал. Нулевой номер. Ничего себе, работа ног. Вот это да, фантастика. Швецова защищается настолько хорошо на ногах, имея такой рост. Офигеть. И пытался с подбитки первый номер забить, не получилось. На подборе, ничего себе. На три головы, ну, на голову ниже, откровенно, на голову ниже Стинка. Тем не менее, взяли подбор еще Сте, забили. Зевская не забивает базер. Ну что, хорошая конкурентная четверть от Стинг. Нисколько не тушуются, не боятся более сильного соперника. И видим, что счет у нас все равный практически, 15-14. Молодцы, девчонки, и Шарлот. И самое главное, что, посмотрите, какие... Просто одни цапли, ну просто похожи визуально, одни цапли у Вашингтона, все очень высокие, там куча девушек с ростом 1,80 м и больше, вот, и Стинг на их фоне просто вообще такие-то очень маленькие девочки, и кроме Шитова, понятное дело, Шитова тоже очень высокая. Но, тем не менее, борются, забивают очки, и очки второго шанса в том числе создают. Ну, Стинг сегодня все в порядке с тренерским штабом, там сразу 100 человек приехало, сразу 3 тренера, один играющий. По одному тренеру на физиотерапию, по другому тренеру на тактику, другому тренеру еще на что-то. Вообще, короче, хватает тренеров. Так, я смотрю 77 номер, готов тоже выйти. Ничего себе, возможно, это самый высокий игрок в женской АБЛ во всей. По крайней мере, я выше пока не видел. 77 номер. Но я не видел более высоких девушек в АБЛ. Все, что было. Обнуляю. Да, настоящая звезда смерти готовится у Вашингтона выйти. Там двухметровая башня. Но пока что осталось добавить ее в заявку. Осталось техническую сторону вопроса решить. Потом уже будет решаться игровой, насколько она хорошо играет. Потому что рост не равно скилл. Но такой рост. Таким ростом можно заменить эту цель скилла, если у нее не так много скиллов. Но посмотрим. Просто я думал, что это тренер, ну, один из тренеров Вашингтона, но... Шарлот, не важно, Шарлот, вот, потому что, да, он у Шарлот она, вот, но как-то не выходит она пока. Ефременко. Да, Юлия Верясова. Юлия, ну что, посмотрим, как Юлия Верясова выйдет, не выйдет. Будем ждать. А между тем у нас Стинг повели в матчах, возможно, впервые. Не получается добавить Альяновой.
Подбор остается в поиске Missing. Ага, вот и Никитина подъехала. Ну все. Все, Синг во все оружие, у них Никитина подъехала, так еще и готовится выйти двухметровая девушка. Я думаю, что я рано начал. Не то, что я хоронил, я не хоронил, но как бы я рано начал в андердоге записывать Синг. В общем, супер заруба. Встречаются, я напомню, действующие золотые медалисты летнего кубка и бронзовые. Хорошая закидушка была с Зевска на Шилову, и Шилова будет штрафную бросать. Швецова, да что ж такое, Швецова, Шитова, Шилова. Ой, я просто знакомый ей, Шилова. Да, тяжело со своими фамилиями разбираться. Швецова, нулевой номер башня Швецова. Вот, и его штрафной номер Ушалова Шитова. Главное не перепутать. Не забивает первый Швецова. Но лишь двух от Швецовой, но подбор за Константиновой. Из Дерзкая 3 не забивает. Хороший подбор от Альяновой. Но Увашну пока полностью использует преимущество в росте. Но это самая скоростная команда. Самая скоростная команда без вопросов. Средний рост у этой команды самый высокий в БЛ у женщины. Тут даже вообще не может быть вопросов. Но у Шар вот видим, что подъехала Никитина, их лучший игрок. Подъехала очень высокая 77-й номер, который готовится выйти на замену. Да и Ефремик тоже не низкая. Так что есть высокие девушки у Шар. Забивает Никитина. Альянова. Через Зевскую играет. Зевская. Забивает Зевская проход. Уверенно очень занесла. Пока что бросочек у нее вообще не клеится. Все, что могла, выбросила мимо с дистанции. Но вот под кольцо очень уверенно идет. Никитина Ефременко. Ефременко. Жестковато после нее сыграли, возможно, не без нарушения правил, но судьи считают, что чисто было. Но, и что, потеряла она мяч? Нет, не потеряла. Куда уходит Шарлот? Куда уходит? Владение останется у Шарлот. Шарлот уже настроился на защиту, а мяч-то не потерял Ефременко, там просто дефлекшн был. Никитина. Никитина, конечно, по антропометрии, как Янис Атетокумбо в юбке. У нее огромные ноги длиннющие. Вот, она просто может за три шага, особенно на этом зале. Я видел, как она в кампусе за три шага от центральной линии практически сделала. Ну, не от центральной линии, но, в общем, где-то между центральной линией и линией штрафных за три шага до кольца дошла. Это в кампусе. А здесь она за три шага от центральной линии дойдет. Очень длинноногая баскетболистка Никитина. Позволяет антропометрии Никитине делать грязь. Ага, и вот у вас выходит 77 номер. Просил сразу заслон. Пока через нее не играет, посмотрим. Кременко. Пас борьбы, плохая передача. Перехватывает пас Константинова. И забивает быстро Матрю. 13 номер Вашингтона. Это кто у нас? Чевычалова. Ирина Чевычалова. Кременко. Заслон как раз ставила вот новенькая, 77 номер. Ух ты! Неплохая была попытка фейдвея, но Швецова заблокировала. Швецова ей, кстати, просит и не уступит. Я говорил, что она самая высокая, но просто фишка в том, что Швецова-то не ниже, на самом деле. Что происходит? Да, фол в атаке дали. Да. Ну, агрессивное было движение. Агрессивное было движение от 77 номера Шарлот. От Юлии Аверясовой. Сложная фамилия Аверясова. Сдебская. После показа не стала бросать. Через Альянова. Альянова 3. Не забивает Альянова. Никитина. Хороший пас Никитины. И с фолом могла забить с фолом. Первый номер Елизавета Басанова выходит на линию штрафных. Отметим классную передачу Никитины. Никитина все умеет. И с дистанции бросить, и со средней бросить, с отклонением бросить, и кольцо пройти, в защите хороша, пас отдать. В общем, сильная баскетболистка, самая сильная в составе Синг.
Не думаю, что будет все сбиваться по состоянию с Дебской и Никитина, но в каком-то смысле да. Забиваю первую Басанова. Два из двух Елизавета очень уверенно реализует. Хорошая у нее мягкая кисть. Равный счет у нас. Зепская. Не заваливает Зепская 3. Пока что дистанции проблемы у нее. Константинова спасла мяч для своей команды. Чевычава его играли. Чевычава с мячом находит Зепская на дуге. Зепская после показа. Никитина подняла воздух, но не забила флотер. Подбор за Швецовой. Швецова добавила. Так, Лебедь выходит Шитова, получает мяч Шитова, не очень аккуратная передача от Басановой, потери. Не смогла Шитова выводить передачу. Получает отслон с Дебской, от Швецовой, сама идет и с фаблом забьет. Да. Ну вот зря свою руку ставила. Ну зачем ставила руку Юлия Верясова? Она двухметровая, зачем ей, ну не утрирую, конечно, но очень высокая девушка. Зачем ей пытаться выбить мяч внизу, когда она могла попробовать догнать и вверху заблокировать? Ну просто ненужный фол сейчас получилось. По факту два фола Верясовой вообще не в тему. Первый фол в борьбе на своем щите, просто фол в атаке получилось слишком агрессивно сыграв. А сейчас просто бессмысленно было пытаться перехватить мяч внизу у Зепской, но это не имело смысла. Я понимаю, что она пыталась бы у нее заблокировать. Она не успевала, конечно. А сейчас перехват, молодец, молодец. Сейчас сделала перехват Верясова. Хотя, нет, все-таки, наверное, не сделала, потому что с мячом остается Вашина. Швецова, хорош пас Швецова, нашла Альянова. Потихонечку Вашина отрывается в счете, но Стинг в полном порядке. Я не думаю, что Стинг сейчас позволит сильно оторваться своим визави Никитина. Да, просит мяч в посте, получает мяч в посте Верясова, но заставляет ее развернуться Зепская. И пробежка. Хорошая защита внизу была против Ефременко и потеря. Да, вот противостояние Миннесоты против Вашингтона, когда Вашингтон собирается полным составом, это, конечно, будет, наверное, заруба достойная финала. И неправильный заслон на Швецовой. Так, Басанова через Никитин играет. Никитин просит заслон, получает заслон от Верясовой и будет три бросать сама. Нет, похоже. О, погорячился с плохим броском. Мне просто показалось, сильно мимо летит, а просто на щита хотел и могло взлететь щита. Константинова, хорош пас в посте, возвращает Хомская. Хомская говорила, что одна была с Дебской, но играет не через Дебскую, а через Альянова. Альянова не забила, но Константинова добавила два очка. Отрывается потихонечку в счете Вашингтон. Минут плюс 7 они ведут. Но Стинг пока в игре. Ефременко не увидел, похоже, отрывания. Точнее... Восемьдесят восьмой, наверное, сидит. Шитва получает фол. Много сегодня фолов ненужных у девушек. Слишком много борьбы на подборе. Просто редкая увишка, столько раз уже свистали фол во время подбора и так далее, из-за слонов. Сегодня прям очень много силовой борьбы, физической. Зепская забивает два. На шорта 23. Да, на шорта 23, да. Никитина. Сама идет Никитина. Да, когда Никитина такой проход идет, никто уже не может, и только она сама себя может остановить, когда такой проход, когда набирает скорость. Хорош пас Никитиной. И, ах, сложный бросочек, не забила. Но пытается и заблокировал дальше Швецова. До конца борется Басанова. 3 от Шитовой. Но Шитова не лучший снайпер. Я думаю, не стоит ее выбрасывать. Такие дальние трехочковые. Бастра номер Вашина вышел. Это кто у нас? Забивает Швецова быстро на прыг. Да, оторвался Вашин, к сожалению, в счете. К сожалению, до интриги, до Шарлот. Поздновато взял тайм-аут, тренерский штаб Шарлот.
Добронравова, как раз Елизавета, которая могла сегодня выйти за Нью-Йорк, но поберегла силы. А может, не подъехала? Может, и не подъехала Добронравова, не знаю. Может быть, Добронравова и не подъехала с Альяновой, я не знаю. Ну, так они же могли подъехать. В общем, короче, не знаю, посмотрим. Не подъехали Альянова с Добронравовой, не помогли Нью-Йорку, поберегли силы для более важного матча, для старшей команды. Сейчас большой перерыв будет, мы скажем, что... А мы один тайм еще светлый. Отдавать им ничьи? Большой перерыв скажем, чтобы она светлая сделала. Ну, справедливая претензия, надо сказать. Претензия справедливая, потому что это реально жесть. Там реально цвет у него практически подходит. Да, ну может быть стоило просто вообще, может быть стоило вообще другой цвет изначально стиль взять, я не знаю. Может пусть она за черных поиграет. Да у них и так одни великанши, куда им еще одна двухметровая? Ну, справедливая претензия Альянова, я ее полностью понимаю. Я сам такой не люблю. А тут у нас еще достаточно серьезный турнир, да, не совсем во дворе играем. И я могу ее понять полностью, сам по футболу, да по баскетболу тоже помню, что это такое, когда ты вот играешь против игрока, у которого цвет формы совпадает ну, с твоей. Но это очень неудобно. Так что я считаю, что претензии Альянова полностью справедливые. И после перерыва нужно будет... Что-то, конечно, не с дисциплиной проблемы. Что-то проблема с дисциплиной. Я думаю, такими темпами, если сейчас нафалиться очень быстро, оверяться, вот, потому что три фола, я думаю, проблема с тем, что у меня не тот цвет футболки, я думаю, очень быстро решится. Потому что, как говорится, нет человека, нет проблемы. А оверяться скоро сядет на баночку с пяти фолами, если будет так же ненужные фолы хватать. Знаете, оверяться сейчас немножко себя ведет, как Верзила, который приходит играть с маленькими девочками. Вот, ну, только ваш тот сам не маленький, там очень крупные все, но я к тому веду, что фолы ненужные хватает, вообще ненужные. Вот сейчас Зила там ногу поставила сопернику. Зила агрессивно сыграла на подборе до этого. Не хватает немного дисциплины этому спящему гиганту, Аверясову. Не хватает немного дисциплины. Два фола вообще не нужно просто получила. Ну вот, и, ну я говорю, тут это, конечно, проблема. Заваливает Рэй Ефременко. Это, конечно, проблема, да, то, что вот она в одной цветовой форме у нее одна, как у Шарлот, поэтому, как у Ваштена, поэтому, конечно, нужно будет это решать вопрос после перерыва. Однозначно. Я согласен полностью с Альяновой. Справедливая претензия. Это не придирка. Четвертый фол. Я думаю, что... Я думаю, проблем не будет. С ней проблем не будет. Четыре фола получила. Благородно решила проблему. Нахватала четыре фола за четверть. И все. И не будет проблем с этим. Четыре фолу, я сам читал. Четыре, и я читал четыре. И я тоже это видел. Все подтверждают. Не права Никитина, не знаю, зря сейчас тратится, расплескивает энергию Никитина зря. Вот зачем она пытается спорить? Ей там все доказывают, и судьи, и статисты, и комментатор все доказывают, что было 4 фола. Я сам лично прокомментировал. Бывает, что ты пропускаешь фолы, но невозможно со всеми фолами следить. Вот, но тут просто слишком яркая девушка, и слишком яркие ненужные фолы были от нее. Поэтому я сам 4 фола озвучил, Поэтому не знаю, что она пытается загадать Никитина. Просто зря тратит свою энергию очень. Потому что она лидер команды Шарлот, ей нужно свою голову, холодный рассудок сохранять Никитиной. Потому что она нужна своей команде в атаке, а не здесь, в перепалке с комментаторами и с судьями. Да, Верясова многовато фолов хватило. 4 фола на четверть, почему бы и нет?
Так, у Альяновой 6+4 подбора. У Бедовой 20 номер 3. У Бранравова 3. Сдебская 9. 0-6, да. Пока с дистанции не идет у Сдебской вообще. Только в проходах забивает. Плюс 2 передачи. Мария Константинова 4 очка и 11 подборов. Как хорошо на счетах она борется. Уже 8 подборов, на счете взяла. Фантастика. Холмская пока незаметна, надо сказать. И Швецова тоже очень хороша. 8 очков. 3 подбора, передачи по блокшоту. Так, Устинг. Устинг у нас Верясова без очков. 4 фола очень быстро за 9 минут схлопотала. Ефременко 8 очков набрала. 4 подбора. 5 у Лебедь, 7 у Басановой. Никитина подошла 2, но она только на вторую четверть подъехала и несколько передач давала. Да, начал удалиться. 4 фола, блин, за четверть. Заканчивается у нас перерыв. Очень интересное противостояние. Пока что по качеству баскетбола, безусловно, лучший матч женского дня, потому что заруба между Далласом и Фениксом не получилось, к сожалению. Поэтому мы сформируемся зарубу сейчас. Классный матч. Вашингтон выигрывает у Стинг 10 очков. В принципе, в первой части была равна. Всего 2 очка выиграли Вашингтон. А вот во второй Мистикс выиграли 10 очков. Подсели немного в плюс Стинг. Очень сильно прибавил Мистикс и выиграл 10 очков вторую четверть. Но посмотрим, они могут вернуться в игру. Отрыв всего 10 очков. Уже 8 Никитина забил в быстром отрыве. У Никитины длиннющие ноги, длиннющие руки, хорошая скорость. И фалила на Сдебской, фалила Шитова. Похоже чем-то, да? Вот чем-то даже похоже и визуально, и комплекцией, и фамилиями. Не зря я путал Шитову со Швецовой, но они реально чем-то похожи. Забивает первая Сдебская. Два из двух. Никитина оставила за спиной передачу. Неплохо двигает мяч девчонки Шарлот, но надо кого-то на бросок уже выводить. Никитина, фалы были. Швецова фалила. Четвертый персональный фол номер 0. Многовато. Швецова тоже набрала. Ни одна Верясова висит на фолах. Тридцать шесть должно быть, говорят. Тогда все правильно. Тридцать пять.
Дебская 3. Ну, с Дебской прицел сбить сегодня однозначно. Забивает, забивает. Кто это? Бывает Константин он был с подачи Дебской. Стучит мячом Лебедь. Никитина. Как она, конечно, зависает шикарно в воздухе, но не забила. Дебская. Через Константинову. А, нет, это Альянова. Альянова. Холмская. Хорош пас Холмской. Хорошая комбинация. Все было на тоненького. Так, и забивает у нас 13 номер. Это у нас Чевычалова. Сложная фамилия Чевычалова. Чугаченко Чевычалова. Альянова перехват. Никитина это тоже успела ворваться, но помешала она в быстром отрыве. Какая-то рубка. Альянова выигрывает эту рубку за мяч внизу. Здебская. Здебская! Вы видели, что произошло? На УСИМе просто от Дерзкой фантастика, что она сделала. Никитина забивает уклонением. Константинова 3. Не забивает. Ой, спину не поставили. Какая ошибка. Не поставили спину, но не добавила 2 очка Черевычалова. И фолы были на Широкого. Широкого будет штрафные бросать. Да, эмоционально сложный матч. Много нервов. Постоянно кто-то апеллирует. То от Шарлот апеллирует, то от Мистикс. Постоянно... Судим, статистам, все недовольны. Сегодня такая прям вот игра, когда никто недоволен, все стараются, все хотят большего, все хотят лучшего. Собрались просто команды перфекционистов или нытиков, как хотите называйте. 0 из 2 не забивает пока Широкого. По-прежнему 0 очков у нее. Чевычалова. Здебская 3. Ну, расчехлила наконец-то трешечку Здебская. Должна была она забить наконец-то. По-моему, у нее 1 из 8 из дуги, и это первое попадание. Басанова через Никитину играет, сама же открывается Басанова, но не дает Никитину мяч. Да, теперь, конечно, будет осторожнее, как Тиберясова, с тремя фолами. Тяжело ей будет не удалиться до конца матча. Никитина после степбэка не забивает. Холмская. Фалива Никитина против Холмской. Поднимает руку, соглашается. Ай, хорошо. Ну почему-то не готова была. Ну, почему-то не готова была простая комбинация 17 номер Вашингтона. Хорошо же, специально под нее под проваливание давала передачу партнер. Но почему-то не была готова Серикова. Это как раз девушка, которая сегодня играла за Нью-Йорк. Единственный легионер, который играл за Нью-Йорк под Вашингтон, это Серикова. Вот сейчас немножко не прочитала ситуацию, не была готова. Вроде бы после заслона должна была проваливаться под кольцо и не провалилась, поэтому потеряла момент для броска. 3 от Серикова и не забивает. Шитова подобрала. Не забивает, к сожалению, первый номер Басанова. И плохая передача, кажется, от Константиновой. Качок. Хороший реакция тренера. Слишком сильный игрок Качок. Не может дать точную передачу, потому что перекачано, да. Константинова действительно мощна. Басанова не забивает.
У нас как так очень медленно, но верно, важно сильно отрывали счет, минус 19, и я боюсь, что это все. Хороший пас Хомска на Здебскую, Здебская не забивает 3. Подбор от Альяна. Фалива Широкого. Ну, да, тут, конечно, тяжело против Мистикс. Я думаю, вы с Мистиксами сможете справиться с таким составом, только Даллас, если они тоже нормально справятся. Только если Даллас нормально составом, вы и Миннесота. Ну, может быть, Кливленд еще, но вряд ли Кливленд. Кливленд низкорослый, Миннесота. Не, Кливленд низкорослый, нет, Кливленд высокий, но на фоне Вашингтона все-таки это низкая команда. А так, я думаю, такому Мистиксу ровнее, только Даллас нормальным составом, со всеми лидерами, а Даллас вроде как не совсем лидерами играл против Мистикс, поэтому проиграли. Вот, посмотрим. Может, если все подъехали, может быть, его бы равный матч. Вот, ну и Миннесота. Только эти две команды, мне кажется, могут остановить Мистикс, если Мистикс будет собираться таким составом на все матчи. Ну еще мы не знаем потенциал Индианы, потому что, как я уже говорил, там у Тупицына не все подъезжают. Возможно, если все звезды подъедут, у кого Тупицына подъедут, возможно, это... Опа, вот и трешечка. Верес вот 3 заваливает. Первые очки в матче, кстати. Неплохо так для центрового. Первые очки в матче с трехи. Зевская не стала в сторону заслона идти. Потеряла мяч Никитина. Перехват. Молодец, Никитина. Никитина. Ой-о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 й. Ну хотя бы извинись, но Никитина. Нет, она не хотела. Может, лома усла не было, но она просто, по сути, откинула ее на бок. Лед? Ну а чего вы на меня смотрите? Есть еще, если надо. Не, его постучать, но не ногой. Короче, не очень сильно, чтобы он не лопнул. Но не 7-10 полный падение. Никитина, да, пауза была. Никитина не, в целом-то Никитина не очень грубо играла. Если бы этот фол был в центре площадки, ей, может быть, даже бы не списали фол в атаку. Ну, конечно, было движение в тело, но, знаете, такое движение много кто делает. То есть я не считаю, что это был прям фол очень грубый в целом, в вакууме. Но, учитывая обстоятельства, она свалила так прямо возле борта, зная, что здесь очень мало пространства. То есть ты знаешь, что после такого фола соперник улетит на борта, на очень жесткие борта. Я считаю, что Никитина не права, в этом смысле совершенно не права. Я говорю, если бы она сделала бы это на капусе, это было бы нормально, потому что на капусе человек не приземлится в жесткий деревянный борт. А есть жесткий деревянный борт, и Никитина просто вытолкнула туда Зевскую, это некрасиво. Это некрасиво. Сам себе фол технически не тянет, но вот в этих условиях, в условиях этого зала, я бы дал технарь за такое. Или не спортивный, не знаю. Не спортивный. Ну, неправильно это написано. Но она же умный человек, она все прекрасно понимает. Она же не дура, она понимает, где мы играем. Она понимает, где мы играем, в каких условиях мы играем. И то, что, ну, когда ты вот так идешь в тело очень жестко, прямо возле борта, выталкивая соперника, это неправильно. Тем более на любительском турнире, не на корову играем, чтобы тут соперника травмировать. Я говорю, в целом фолт сам по себе, ну, не грубый был. Ну, да, в тело сыграла, бывает. Но, блин, ну, вот, ну, она же видела, что прямо возле борта это делает. Никитина не забивает от счета. Ну посмотрим, получится ли Шарлот откамбэчить после того, как вырубили их, после того, как вырубили Здебскую, получится ли откамбэчить Шарлот без лучшего игрока Вашингтона. Холмская немножко неаккуратно всунула на 17 номеру, но дальше продолжил 20-й у Вашингтона. Это у нас кто? 17-й Серикова, 20-й это у нас Бедоева. Не забивается средний первый номер Шарлот. Напарывается на блокшот. Да, Басанова, конечно, невысокая девушка, поэтому каждый раз, когда она вот так вот бросает через руку, она рискует получить блокшот. Она и получила блокшот. Но времени мало, да. Конечно, про камбэк я зря заикнулся. Я как подзабыл, что у нас мало времени осталось. Тут уже 23 очка, значит, так не отыграть. 22 очка защиты вообще в целом сложно отыграть, а уж по такому матчу это практически невозможно. Сравни чуду будет.
пожелаем здоровья с Депской, будем надеяться, что с ней все нормально. Затылком ударилась, ну, блин. Такие вот условия, да, у нас достаточно травмоопасные борты, и поэтому игроки, когда они играют, они просто должны это осознавать, должны понимать. Ну, не в самых этих лучших условиях играем. Опасно здесь у кольца вот, в тело играть, сопернику опасно, и поэтому не права была Никитина. Просто не права. Закончил третий читер, 23 очка ведет у нас Вашингтон. Ну, вроде бы должны уверенно до конца доводить. Хочется похвалить 77-го номера. Вот она, конечно, нахватала за четверть 4 фола, причем ненужных. Половина из них была просто ненужная вообще. Вот. Но молодец Саверясова, хватило ей дисциплины. Хватило ей дисциплины и ее как бы не удалилось. Хотя могла за четверть удалиться. Всего один фол нужно было получить. Просто нужно хорошую дисциплину иметь, чтобы не получить один фол. Так, у Шарлотт очень командно распределена атака. Видим, что 8 у Никитиной, 7 у Басановой, 8 у Ефременко. Так, что у нас по Вашингтону? 7 у Чевычаловой, 8 у Швецовой, 17 у Сдевской, 6 у Константиновой, 10 у Альяновой. Еще у Константиновой 100 подборов, я посчитал. 13 подборов, да. Так, что по трешечкам? 4 из 19 у Мистикс, Аустинг. 4 из 11. Астинг получше трехи, кстати, бросает. Получше. Никитиной 8 очков, 3 из 7, 0 из 2. 2 из 2 штрафные, 2 подбора, передача, перехват. Непростой матч для нее сегодня. Она сегодня еще и опоздала, приехала только на вторую четверть. Вот. Сложный матч для Стинг и для Никитиной. Все, извиняется, все извинилось, все нормально, все нормально. Без лома умысла, конечно, играла Никитина. Просто, наверное, в полу борьбы просто не включила голову, ну и как бы, да, не пожалела соперника. Просто, ну, просто как бы, ну, не подумала о том, что после такого столкновения, скорее всего, ее соперник улетит на борт. Так что злом умысла там точно не должно было быть. Так, потеря. Потеря на дриблинге у Вашингтона. У Нью-Йорка и у Вашингтона в атаке. О, блин, прошу прощения. Забыл я камеру, забыл я зум убрать. Но вроде что-то сверхъестественного не произошло. Супер важных попаданий я не пропустил с этим зумом. Никитина, чуть жестковатая передача была, но обработала Никитина. Вот перебросить Никитина в плане передачи очень сложно. Такого дядю Степа сложно перекинуть. На слабой стороне открывается Альянова, но поздновато было передачу давать. Сдевская. Фалят. На Сдевской снова Никитина. Никитина. Переживал. Очень переживал. Аверясова, что получила пятый, но нет, она еще поиграет сегодня. Не, она молодец, реально молодец. То есть вот прям я вначале ругал за дело, за ненужные фолы никому не нужны, вообще не нужные. Но вот взяла себя в руки и сейчас дисциплинированно защищается, не получает фолов, молодец. Остается в игре. Никитина. Забивает трешечку у нас Лебедь. И минус 24, а уже минус 20. Да, короче. В общем, по-прежнему все очень много. Очень много большая разница в отрыве. В общем, да. Хорошая защита от 77-го номера. И видите, прессинг, очень высокий прессинг. 8 секунд успевает выйти. Молодцы, успевали выйти. И прессинг все-таки. Какой шикарный прессинг от Вашингтона. Все-таки спровоцировали потерю. Ай-яй-яй-яй, здесь не хватило немного уже согласованности в районе нападений. А теперь чем ответит Стинг? Никитина. Фалы были, фалило у нас 13 номер со сложной фамилией Чевычалова. Хороший был прессинг Машина, отметим, спровоцировали таки потерю. Там вынуждена была девочка из Стинг как можно быстрее передачу такую отдавать, уже небрежную, потому что иначе мы просто 8 секунд бы свистнули. Вот, и поэтому там дальше уже был перехват. Сдепская, ответочка пролетела от Сдепской. Такую небольшую, не подножку, но в общем так, немного так уронила она, скажем так, Никитину. Никитина. Ставит ей заслон 77-й номер. Юлия Берясова.
Швецова пятый фол. Пятый фол у Швецовой, все. Она... Вот так вот Швецова уйдет раньше. Швецова уходит раньше, чем уходит Аверясова. И такое бывает. Ну, команда без нее сегодня выигрывала. Ну, в смысле, не то, что без нее она помогала, много очков набрала, но без нее, в смысле, уже закончит матч. Так-то очень хорошая помощь была от Швецовой. Никитина, плохая передача, но все-таки мяч остается у баскетболиста Шарлот. Не увидел, что там слева от нее партнерша была. Не забивает быстро Матвея Альянова. Подбор остается за Вашингтон. Комска. Пробежка у Хомской. Какая загорелая Хомская. Похоже, отдыхала где-то. Или она генетически от природы такая загорелая. Такая, как это называется, оливкового цвета кожи, знаете. Не темнокожая девушка, такая смуглая, смуглянка, южанка. Вот, ну вот просто неинтересно. Это такой загар, где-то отдыхала на югах, что так загорело. Или просто, мне кажется, московский загар невозможно так получить. Ну, тут уже такой отрыв, что остается только обсуждать внешность девчонок, а не их игровые характеристики, потому что интриги уже нет. Забивает 3-22 номер Вашингтона. Это у нас Елизавета Добронравова, еще один игрок Нью-Йорка, который заявлен за Нью-Йорк, как на правах легионера. Сегодня она не играла за Нью-Йорк. За Нью-Йорк играла только Серикова. Дерзкая. Могла сама бросать, не увидела, что ей освободила. Освободила. Под проход направо не увидела Дерзкая, то, что освободила ей пространство 77 номер. 77 номер теперь очень аккуратно играет. Очень не хочет уверяться и удаляться. В принципе, по такой игре, то, что на удалиться раньше времени ничего не решит, но хочет до конца этот матч провести. Может, даже чисто для себя принципиально решила, типа, я не удалюсь, я не удалюсь. Вот, и освобождала проход для Зевского. Зевского, мне кажется, это сама не поверила, что так просто мне плохо защищается 77 номер, поэтому сразу пас пыталась отдать. А могла сама проход забить. Добронравова. Зевская. Можно вернуть Добронравовой, кстати. Получше сейчас заслон от Помской. Помской, кстати, мало что не проводит времени, проводит. Но и без нее справляется спокойно Вашингтон. Спорный мяч. Тайм-аут Вашингтон берет. Ну, это тот случай, когда команда ведет, просто нужно какие-то комбинации наработать, правильные мысли сказать, да, чтобы вот продуктивно провести, потому что понятно, что команда ведет 25 очков, и тренер хочет, чтобы команда эти оставшиеся 6 минут матча провела продуктивно, да, потому что если сейчас там, ну, не внести какой-то тренерский вклад, команда может сейчас отправлять фигней за ним, ну, в общем, это вот в этом плане отличает хороший тренер от плохого тренера, отличается тем, что хороший тренер пытается максимизировать пользу буквально с каждой минуты проведенного в матче. Потому что, когда ты ведешь 25 очков, есть риск последние 6 минут уже фигней начать заниматься. Там, да, знаете, там, как там на красоту играть, да, там, как-то, ну, не знаю, в общем, расслабляться и так далее. Вот тренер Вашингтон хочет, чтобы его команда сейчас провела качественно типа, эти 6,5 минут, чтобы девчонки не выключались, провели качественно эти минуты, какие-то комбинации, может быть, наработали на будущее. В общем, правильный тайм-аут от тренера. Не зря сохранил, сэкономил. Не расставил. Ага, все, да, расставились. Хомская не забивает. Хомская вообще, по-моему, без очков сегодня, что ли? Надо посмотреть статистику. Подбор зашитовый. Да, Хомская без очков сегодня, она Хомская. 0 из 3 трехочковая. Но она и бросков, по-моему, себя брала. 24 минуты играет. Вот есть такие игроки, знаете, которые вообще по статистике как будто бы не играли. Если не считать минут игровых, то как будто и не играло. Но есть игроки, которые вот в статистике протокольно не отмечаются, поэтому они очень полезны. Игроки, которые делают разницу, которые хорошо управляют игрой, которые хорошо дают предголевые передачи. Она не отдает, да, последний пас. Она дает хороший предголевой пас, ранним нападением и так далее. Она оказывается в нужное время, в нужном месте на защите. Подстраховывает соперника, подстраховывает партнера. Она не делает блокшот, она почищается за партнером так, чтобы вообще возможности самого блокшота даже бы не было. Вот, просто есть такие игроки. Я думаю, что Хомская из таких. Я, конечно, не знаю, как она играет. Ну,
по одной игре сложно судить, но просто, судя по тому, что, сколько я знаю, это важный игрок для Вашингтона, и судя по тому, что она сегодня в протоколе практически не отмечается, я так думаю, что просто она как раз из тех игроков, которые влияют на результат, не отображая цифры на статистике. Вот, не, без цифр статистики влияет на результат Холмская. Есть такие игроки. Грубо говоря, вот, да, есть, допустим, статистика, да, допустим, есть игроки, которые делают там по 3 букшота, по 3 перехвата, но при этом они считаются не дипоем, они не считаются лучшим игроком в защите, потому что есть игрок, который просто не доводит до этих самых букшотов и перехватов, который просто идеально играет тело в тело, да, ногу в ногу и просто как бы вообще даже не дает шансов выбросить. Вот просто надо понимать, что есть игроки, которые просто не отображают статистики, при этом они такие же полезные, хоть и не настолько яркие. Возможно, Холмская из таких. Такой серый кардинал Вашингтона. Возможно, я не знаю, я просто предполагаю. Не забил Домран Рауэлла. Подбор за... И второй попытки Домран Рауэлла не забил. Из лицевой линии Константинова вводил мяч в игру. Потеря. Никитка 3 в раннем нападении. Не забивает. Никитина. Зевская фарила. Забивает после передачи Чевычаловой в раннем нападении Бедоева. Хороший был пас Чевычаловой. Ну, особо нечего комментировать, да, поэтому остается молчать и крутить камерой. Никитина здорово доборолась. Не выключился эпизод, доборолась до конца и реализовала. Это хайлайт, это классный хайлайт. Никитина молодец, уже сидит на пятой точке, успела дать передачу до первого номера и не подвела партнершу Басанова, реализовала Басанова очки. Да, ну я говорю, Мистик с таким составом, это на Power Speed Series две самые сильные по составу команды. Третья по силе Кливленд, вот, эти три команды самые сильные по составу, но просто Мистикс не всегда может такой состав собрать, в отличие от Миннесоты, который почти всегда собирается, и от Кливленда, у Мистикс не всегда все приезжают. Здебская вообще не может, да, теперь отдавать, как это называется, Здебская теперь не может в приоритете стать этот турнир никак, вот, но если может подъезжать, подъезжает. Просто я думаю, что она вообще не будет приезжать, но нет, она, видите, приезжает, просто будет от ее расписания зависеть. Не, ну хороший игрок у Стинга, на самом деле. Хорошая очень баскетболистка, на самом деле, Верясова. Единственное, что я как-то в посте не вижу ее. Ну, просто у нее неплохо защищается, но вот она очень часто высоко играет. То есть не использует преимущество в росте. Играет очень часто высоко. И треху она забила. Может быть, просто это связано с тем, что вот она достаточно медленная, да, по объективным причинам. И просто Зевская тыграет нападение. Может, она просто, ну, понимает, что она достаточно, ну, высокая и просто... Понимает, что ее польза в защите у кольца ценнее, чем ее атакующие скиллы в посте. И поэтому использует ее максимально высоко, чтобы она, если что, могла вернуться в защиту. Ну, я просто так предполагаю, я не утверждаю. Вот. Просто пытаюсь понять, почему в посте не играет Верясова, а постоянно мы ее видим
наверху. Наверху либо заслоны ставят, либо вообще стоят на трехочковой линии. Не проваливается она под кольцо, хотя с ее ростом почему бы и нет. Ну вот. Либо там скиллов ей не хватает в атаке, я не знаю. Либо просто вот это специальная такая стратегия, чтобы она, если что, опускалась в защиту сразу же, моментально. Потому что, имея такого игрока под своим кольцом, ты за свое кольцо спокоен. Потому что она там может чехлить. Зевская подсветительный. Два лучших игрока на паркете. Зевская после заслона уходит. И пас сразу же. Классная комбинация. Классная комбинация. Умничка Зевская. Хорошая. Что типа пикинрола с Альяновой. Ответочка от Шарлот. Немножко красивого баскетбола, оставшиеся 20 секунд. Ну что, без вопросов, победа сегодня очень легкая для Вашингтона. Только полторы четверти боролись Тинка, а потом все. Потом как оторвался Вашингтон, и все, и больше мы с Тинка не увидели сегодня. 30 очков приводит Вашингтон. Поэтому, что Зевская лучший игрок, тут без вопросов. 22 очка, 4 подбора, 7 передач. Ну, как бы тут без комментариев. Тингу не раскисать, у них очень сложное расписание, они, по-моему, идут 1-3, но у них очень сложное расписание, они играют сплошь с фаворитами первые матчи, поэтому я думаю, что они часовые наберут. Хорошая у них команда, очень хорошая. Главное, чтобы собирались нормально, потому что, видите, проблема с организацией, на первый счет опоздали, все, кто только мог опоздать. Решите проблемы с организацией, играть почаще с 77 номером, которая достаточно интересная такая девушка, 77 номер, баскетбол, играет неплохо. Вот. А Вашингтон собирается, да, так. Ваш на таким составом это один из фаворитов на пару с Миннесотой, главных фаворитов сезона. У нас все, старт, и все готово, дальше будет к мужскому баскетболу.